Взять кредит на развитие собственного бизнеса сложно. Еще труднее получить его на открытие малого бизнеса. Понять кредиторов можно, поскольку банк – неблаготворительная организация. Легче получить кредит бизнесменам, ведущим деятельность давно. Есть несколько способов взять деньги на открытие бизнеса, но заемщику необходимо соответствовать критериям. Выбирать тип кредита следует на основании характеристик деятельности. Есть кредиты для бизнеса нескольких видов. Первый – это традиционный кредит. Он открывается при желании открыть свое дело на развитие бизнеса для повышения оборотных средств, покупки оборудования и основных средств. Средняя ставка составляет 15%. Если предоставить обеспечение, ставка намного снижается. Банки предлагают небольшие кредиты и крупные займы. Следующий вид – овердрафт. Такой кредит может получить собственник расчетного счета в банке. Услуга позволяет убрать кассовые разрывы компании. Это ситуации, когда средств на счете недостаточно для исполнения финансовых обязательств. Процентная ставка определяется объемом оборота по счету, степенью доверия заемщику, временем обслуживания в конкретном банке. Третий вид – банковская гарантия, которая не является полноценным кредитом. Это вариант поручительства и страхования рисков. В такой ситуации расходы заказчика компенсируются банковской гарантией. Она часто используется в сфере госзакупок и тендеров. В рассматриваемой сделке участвуют три стороны. Это банк, исполнитель по контракту и заказчик. Очередной вид – это кредитная линия. Это займ, который выдается не в полном объеме, а частями. Бизнесмен занимает средства через промежутки времени. Клиента кредитная линия устраивает тем, что он пользуется частью займа, нужной в данный момент. Расчет процентов производится на основании текущего долга. Клиенту транши предоставляются в соответствии с договором или по мере необходимости. Кроме рассмотренных видов, существуют специфические займы. Это факторинг и лизинг. Факторинг – это аналог товарного кредита, предоставляемого банками. Он является краткосрочным кредитом, который нужно быстро вернуть. Лизинг предполагает предоставление имущества в пользование клиенту. Это привлекательные инструменты кредитования, но лишь подробный анализ и возможности использования конкретного вида позволяют правильно выбрать способ кредитования. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.